Дорогие друзья, мы представляем вам ханг, пантам еще его называют. Ну, вообще изначально был ханг, сейчас, конечно, с этим названием путаница, но тем не менее. Ханг это очень, в общем-то, и древний, и современный инструмент одинаково где-то, примерно. То есть у меня такое впечатление, что он просто проявился, знаете, как грибница есть, и вот она раз, так чпок, грибок выдает. Ну и похож, в общем-то, на такой гриб, да, мухомор такой, но правда не красный, вот, а такой вот красивый. Вот, в общем, для меня очень важно, чтобы люди слушали вот подобные инструменты, потому что засилье, я как человек, видите, окруженный акустическими инструментами, и испытывающий, в общем-то, всякий раз, когда я захожу в интернет, засилье такой синтезаторной и искусственной музыки. То есть для меня очень важно, чтобы вот такие инструменты шли в руки людей, которые не боятся экспериментировать со звуком, не боятся находить себя в звуке, становиться звуком. Вот. И вот этот инструмент, как его еще называют, звуковая скульптура. Почему звуковая скульптура? Это каждый отвечает себе. Вот. Но, тем не менее, вот этот музыкальный инструмент, я считаю, очень терапевтический и очень являющийся, знаете, таким щемящим каким-то, проявляющий какую-то странную ностальгию по каким-то временам, ушедшим или в каких-то параллельных реальностях. В общем, для меня вот именно ощущение именно такое. Вот, если вас заинтересует этот инструмент, я могу вам помочь приобрести вот его. Напишите мне, и я вам дам такой промокод для этого заказа. Вот, инструмент, я гарантирую, будет хорошо строящий. И люди, которые будут изготовлять, прежде чем отошлют его вам, обязательно дадут мне его послушать, потрогать, и я его буду тестировать. Вот, и после этого уже отправлять вам. Сейчас мы вам покажем новую работу одного очень интересного мастера и продемонстрируем разные сочетания. То есть мне нравится не просто презентовать сам по себе инструмент, да, а показать, как он взаимодействует с другими инструментами, насколько хорошо строит, насколько хорошо тембрально он подходит, насколько они синергичны, если можно так сказать. Давай.